В Ярославле стало одним катком больше. Ледовую площадку открыли у спортивного комплекса «Атлант» на улице Павлова. В первый же день его работы на катке отдохнуло не менее сотни ярославцев. С любителями зимнего отдыха пообщался мой коллега Евгений Полковников. Чтобы открыть каток торжественно, организаторы провели для детворы ледовый праздник с конкурсами и призами. Конечно, детям нравятся такие мероприятия. На каток может прийти любой желающий, причем вход бесплатный. Со временем тоже порядок, все продумано до мелочей. Например, для хоккеистов одни часы, для тех, кто просто хочет покататься на коньках, другие. У нас существует график, у нас приходят мальчишки поиграть в хоккей. Просто, естественно, фигурное катание, если можно так назвать, люди, чтобы, как говорится, не было травм. Их разделяем мы, то есть по графику. Это хорошая инициатива, она именно способствует, наверное, оздоровлению нашей нации, если можно так выразиться. И все, что, как говорится, делается бесплатно и на благо наших детей, это только плюс. Каток открывают уже третий год подряд. Сколько людей отдохнуло здесь за это время, не считают, но без сомнения, это тысячи человек. Посещение катка уже стало доброй традицией для жителей Фрунзенского и Красноперекопского районов. Например, работники НПЗ приходят сюда в выходные дни целыми семьями. Мне очень нравится каток, мы очень рады тут ходить. Правда, я не такой спортсмен, но люблю. Хороший день погулять с внуком, поиграть в хоккей, ну или хотя бы поймать шайбу. Создание этого катка – плод совместной работы нефтеперерабатывающего завода и местных властей, в процессе которой легко находится общий язык. Финансовая поддержка предприятия позволяет содержать ледовую площадку в отличном состоянии и сделать занятия спортом доступными для всех, без исключения жителей нефтестроя. Каток будет работать каждый день. Ежедневно он будет работать с 2 часов до 10 вечера, это понедельник, пятница, а суббота, воскресенье с 12 дня и до 22 вечера. Сделано так, потому что утром мы будем его чистить, заливать, подливать, наводить порядок, чтобы всем было приятно и комфортно на нашем катке. Если позволит погода, каток у спорткомплекса «Атлант» будет работать в таком режиме всю зиму. Евгений Полковников, Игорь Мосин.